Кухня ЖКХ. Удавалось ли вам за один день решить маленькую коммунальную проблему? Например, даже если сломается счетчик, одним звонком мастеру не отделаться. Потом придется отправлять или носить документы в несколько инстанций. В Кирове хотят создать центр ЖКХ, который от этого избавит. Об этом мы говорим с директором ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяной Випрецкой. У нас есть центр по приему населения, принял дозу информации определенную и ушел. Но нету центра, который объединит в себе все. У нас есть МФЦ, мы придем туда, и нам окажут любые услуги, связанные с разрешительной документацией, со справками. Паспорт мы хотим поменять, мы все туда идем. Не понимаю, почему до сих пор нет абсолютно таких же единых центров, только ЖКХ, куда я могу прийти по всем вопросам ЖКХ. В Кирове, чтобы мне решить вопрос по электроэнергии, я пойду в энергосбыт. Для того, чтобы мне решить вопрос по газу, я пойду к газовикам. А газовиков у нас несколько, надо еще выбрать, кому с какой проблемой идти. Кроме того, что принцип одного окна в ЖКХ внедрить, вот чем еще может быть полезен такой центр? Это очень хорошее место, куда может подойти нейтральное лицо, в виде методиста, и сказать, давайте сделаем вот так. Вот смотрите, а это вот соседние дома, а это вот дома на окраине, но они вот лучше вас. Показать, а что есть на этом рынке, такого пока нет. Нету у нас и колл-центра, куда я буду звонить по единому телефону и будут решать все мои вопросы. Это способствует улучшению вообще среды обитания нашей. Мы можем решить любой там вопрос. Никуда не надо бегать. Вот как можно работать. Но сейчас пока это не так. И хотелось бы, чтобы в каждом городе, а особенно в Кирове, это появилось. А будет такое в Кирове? Трудностей и так в жизни много. Хотелось бы хотя бы отчасти из них освободиться, раз это можно. Мы очень надеемся. Мы ведем переговоры. И я думаю, мы будете первые, которые увидят, услышат, как это все заработает. Спасибо. Мы говорили с директором Ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяной Випрецкой. А «Кухня ЖКХ» – это наш проект с управляющей компанией «Актив Комфорт». По вопросам сотрудничества можно звонить по телефону 222-892. «Кухня ЖКХ».